Учебный курс «Развитие системы поддержки обучения на основе базового инструментария Moodle» создан специально для преподавателей, которые только начинают работать в Moodle и хотят научиться максимально результативно использовать образовательные возможности этой среды для дистанционного обучения. Уверенным пользователям Moodle курс поможет систематизировать знания и повысить свою эффективность. В ходе онлайн-курса мы изучаем практические вопросы электронного обучения в среде Moodle версии 2.8.1, особенности интерфейса и настройки курса, основы работы с теоретическим материалом, технологии использования блоков, ресурсов и элементов системы, средства тестирования, геймификации, мотивации, мониторинга результатов обучения в Moodle. Все полученные знания об этапах, механизмах и инструментах создания курсов дистанционного обучения пригодятся вам при разработке собственного курса, формировании среды интерактивного общения в вашей преподавательской деятельности. Курс построен как виртуальный тренинг с онлайн-поддержкой преподавателя. Все занятия проходят в среде Moodle. В ходе обучения вы сможете самостоятельно оценить образовательный потенциал предлагаемых технологий. К участию в курсе приглашаются преподаватели вузов, администраторы, методисты высших и специальных учебных заведений, учителя, разработчики дистанционных курсов, педагоги дистанционного образования и организаторы учебного процесса. Все заинтересованы в совершенствовании своих профессиональных компетенций.